20 сентября в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. Эта знаменательная дата отмечается впервые в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года. В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на новые захватнические планы Армении, вооруженные силы Азербайджана разгромили армию Армении и одержали историческую победу. 19 сентября 2023 года начались антитеррористические мероприятия с целью пресечь широкомасштабные провокации Армении в Карабахе, обеспечить разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с наших земель и восстановить конституционный строй Азербайджана на этих территориях. В ходе операции, продлившейся всего 23 часа, доблестная азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи. Суверенитет Азербайджанской республики был полностью восстановлен. Азербайджан и азербайджанский народ посредством Баку-ТВ.ру поздравил российский политолог Алексей Наумов. Хотелось бы поздравить всех азербайджанских друзей, всех граждан, всех жители Азербайджана с Днем государственного суверенитета. Очень интересно звучит такое, казалось бы, научное, политологическое слово «суверенитет». Но если, мне кажется, посмотреть объективно, то государственный суверенитет – это одна из основных ценностей современной Азербайджанской республики. Суверенитет – это самостоятельность. Суверенитет – это самоуважение. Суверенитет – это способность самостоятельно принимать важнейшие решения в государственной политике. Государственный суверенитет, настоящий, полноценный суверенитет, обеспечил Азербайджану сегодня и военное преимущество, и экономическое преимущество, и дипломатическое преимущество. Сегодня никакая страна мира не может позволить себе расстроить отношения с Азербайджаном без последствий для себя. Азербайджан нужен всем, Азербайджан важен всем. Азербайджан проводит важнейшие, крупнейшие международные мероприятия на своей территории. Азербайджан со всеми общается, Азербайджан со всеми строит взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения. Почему? Из-за того, что у Азербайджана есть государственный суверенитет. Это тот случай, когда, казалось бы, такое мудреное научное слово стало буквально вот музыкой повседневной жизни. И хочется надеяться, что в дальнейшем такая ситуация будет сохраняться, что Азербайджан будет жить, Азербайджан будет процветать, Азербайджан будет выстраивать из себя одну из вот таких несущих конструкций, один из поддерживающих столпов нового международного мирового порядка, когда каждая страна бережет свой суверенитет, заботиться о том, что ей нужно, о своих гражданах, о своих интересах. И вот на этом взаимоуважительном, взаимовыгодном партнерстве и строится нормальный, справедливый мир. Так что еще раз поздравляю дорогих азербайджанских друзей с Днем государственного суверенитета. Желаю, чтобы этот суверенитет продолжался столетиями, тысячелетиями и шел нога в ногу с народным счастьем каждого человека.